Наша компания является официальным дилером европейских компаний. Входим мы в состав крупного холдинга «Дмитровские овощи», который занимается возделом картофеля и овощей в Дмитровском районе Московской области. Мы на сегодняшний день предлагаем весь спектр техники для возделывания картофеля и овощей по замкнутому циклу. Вся нами предлагаемая техника и оборудование работает на наших полях в Дмитровском районе. Тенденция такая, то, что на сегодняшний день многие уже выращивают профессионально картофель и овощи. Соответственно, следующим этапом для того, чтобы успешно реализовывать свою продукцию, необходимо ее профессионально упаковывать, так как это требования и потребителей, и сетевых магазинов. Поэтому мы активно используем и предлагаем упаковочные линии. Естественно, все исходит от конечного потребителя, то, что им хочется. Виды упаковок, они разные. Самое распространенное на сегодняшний день – это обыкновенная сетка от 10 до 25 килограмм. Но есть упаковки – это сетка домик, которая премиум-сегмента, где фасуется мытая продукция весом 2,5 килограмма. Именно многие на сегодняшний день пытаются такой вид упаковки у себя использовать в своем производстве. Еще есть такая тенденция, вот я хотел бы обратить внимание, это вакуумная упаковка. Все больше и больше она получает распространение, и так как сегодня все, может, социальные структуры, поликлиники, больницы, садики, они, им нужна уже готовая продукция, которая очищена и мытая, соответственно, это обязательно вакуумная упаковка, где чистится, режется, может быть, шинкуется, и готовая уже поставляется потребителю, которого остается только сварить, приготовить и на стол положить. Ну и наши потребители к этому потихоньку тоже подходят, то есть рынок активно развивается, так как уже многие ленятся сами нарезать, хотят, чтобы было уже готовое, и осталось только сварить, даже уже мытое. Вот такие тенденции. Конечно, может быть, как бы кризис, который уменьшил покупательскую способность всех наших потребителей, немножко этот рынок, можно сказать, удержал, потому что это не дешевое, относительно недешевое такой вид упаковки. Но, тем не менее, все впереди. Грими Русь первый раз проводит такой масштабный день поля в России. Очень приятно. Очень приятно то, что Грими пригласила нас на данное мероприятие. Люди, которые занимаются сельским хозяйством со всей России, порядка 500-600 человек, очень масштабно, очень прекрасно и восхищает на самом деле все, что здесь мы видим. Видели вчера, как здесь все готовилось, и видим сегодня, как здесь сколько народу, как на профессиональном уровне происходит общение. Все просто супер. Грими Русь, спасибо большое.